Российский музыкант Юрий Лоза заявил NSN, что место Сергея Шнурова, который объявил о конце карьеры в составе группы «Ленинград», займут его последователи. Лоза выразил мнение, что Шнуров, в отличие от Пастернака или Пушкина, не обладает поэтическим талантом, а музыка «Ленинграда» не имеет художественной ценности. Также музыкант рассказал, что Шнуров периодически справлял малую нужду на слушателей в первом ряду и раздевался догола на сцене. Реклама охренительна. Счастье полные штаны. Но будет одним шутом меньше, Шнуром больше, Шнуром меньше. Отряд не заметит потери, боится, сказал Лоза. Ранее шоумен Стас Борецкий заявил, что новая жена Шнурова распустила Ленинград.